19-я міжрегіональная сустреча воинов интернационалистов прошла в Бялинічах. Афганцы одразу 4 районов – Бялинецкого, Круглянского, Могилевского и Шкловского – сустрелись, как ушановать память загинувших. З Могилевской области в Афганистан пройшли 3,5 тысячи человек. Загинули 118. На митингу в Бялинічах сустрелись сослуживцы. Им есть про что вспомнить. Встреча остается еще сплоченнее, потому что ребята уже тоже все-таки стареют. Ну, память остается про Афганистан. И такой день уже не так вспоминаем. А когда собираемся, вспоминаем своих боевых друзей, которые нету с нами. Поэтому встреча сплочает, объединяет нас. Зараз усе яны во взросте узгадывают тех, кто назавсёды застанутся молодыми хлопцами. В Афгане загинули 17 человек с Бялинецкого, Круглянского, Могилевского и Шкловского районов. Человек умирает дважды. Первый раз это биологическая, физическая смерть, а вторая смерть, когда о нем забывают. И вот пока мы будем помнить о наших товарищах боевых, пока будем чтить о них память, мы будем жить. С годами их сябруство только мацнее, говорить. Переписываются и навод ездить у гостей по всей просторы былого Советского Союза. Последняя поездка моя в Адыгею. Встретил сослуживцев, которых практически 30 лет не видал. Очень приятная встреча была. Ко мне сюда приезжали. Из Подмосковья приезжал сослуживец, с Краснодара приезжал. То есть связь мы... Не теряли, не теряем и не собираемся терять. Ветераны опошней войны, так называют яны сами себе, и широ переживают заголовное за мир. Татьяна Дмитрова, Юрий Аласцов, новины региона.